Всем привет! Это первый подкаст информагентства Code News «Классный 5000». Я Елена Кермич, журналист. Обсуждаем сегодня актуальную тему «5000 рублей классным руководителям». Это поручение президента, и понятно, что оно не может быть не выполнено, но вопрос в другом. А будут ли достигнуты те цели, ради которых вот все это затеяно? И сегодня вместе со мной эту тему обсуждает автор статьи Светлана Дейнека и две классные мамы из 7-й школы Оксана Ивановна Оленевская и классная мама из 76-й школы Наталья Мариева. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. И все-таки первый вопрос, наверное, я задам автору статьи Светлане. Вот ты пишешь в своей статье о том, что цели могут быть не достигнуты. Что 5000 рублей – это, конечно, все хорошо, и понятно, что все классные руководители этому очень рады, но завтра изменений не произойдет. И вот ты в этом уверена. Почему? Я в этом категорически уверена, Лена, потому что все мы знаем, для того, чтобы воспитать любого специалиста, необходимо время. Как говорят в медицине, чтобы вызрел хороший врач, необходимо 8-10 лет, а может и больше. Мы знаем с тобой, что в журналистике, чтобы вызрел хороший журналист, нужно минимум 5 лет, а может быть и больше. Да, и это не показатель. Абсолютно. Для того, чтобы вызрел классный руководитель, необходимо время, я уверена. Мы все знаем, что система классных руководителей, она сломана, она была сломана. Мы помним прекрасный момент, когда вдруг всем нам сказали, все, школа, задача номер один образование, воспитание детей, это задача семьи, увольте, больше не надо. И на тот момент существовавшая система, она начала разрушаться. Конечно, у нас до сих пор сохраняются классные руководители. И это люди, которым я готова поклониться. И я думаю, им без разницы, сколько им платят. Вот настоящая классная мама – это классная мама. Она есть. Хотя я обращаю внимание, ведь на классных руководителей нигде не обучают. Нет такого факультета подготовки в педагогике, да, классный руководитель. То есть предметник любой, он осваивает параллельно профессию, специальность. А на это нужно время. Вот ты как раз сказала о том, что классным руководителям я готова поклониться, я полностью поддерживаю, потому что вот Оксана Ивановна, да, я знаю на личном примере, она классный руководитель моего ребенка, и опять же на собственном примере я знаю, какой вы действительно замечательный классный руководитель, потому что и классные часы, причем не просто разговоры, а тематические с приглашением гостей, выезды постоянно в другой город, то есть это опять же расширение кругозора, и какие-то тематические там вечеринки, совместные мероприятия для класса, это все вы, и явно вы это делаете, ну не за 800 рублей, ведь правда? Вот. Или какая сегодня цена вот, вознаграждения за классное руководство? То есть это, наверное, не цена вопроса, ведь это должно идти изнутри. Но если в денежном эквиваленте интересует вас вопрос, сколько, то это ну, 1500-2000. Ну, пусть 1500-2000. Вот ну, вот, ну, не ради них ведь это все делаете. Потому что та работа, которую вы проводите, ну, она вопреки, не 1500-2000 да, стоит, это 100%. Здесь денежный вопрос вообще не... Он даже не обсуждается. И это просто душа. Душа любого педагога, который классный руководитель, этого даже немножко не хватает, хотя времени на это нужно намного больше, нежели учительская работа. А скажите, вот сколько вызревает классный руководитель, вот как раз продолжая мою линию? Классный руководитель, я считаю, он должен выпустить ну, минимум 2 выпуска, чтобы понять суть и прикипеть к детям. То есть это с 5 по 11 класс? Ну, желательно. Ну, или там с 1 да. по 4. С 1 да, по 4, выпуска 2, я думаю. Да? То есть это 8-10 лет. Нам немножечко полегче начальным классом, потому что мы все время находимся с детьми. То есть если старшие классы, у них же там определенные уроки только, да, некоторые, например, историк, если только 2 часа в неделю. То есть они как... реже видятся с да. детьми. А мы-то ведь каждый день, ну, каждый вот сколько урок, потребовалось поэтому... вам лично, например? Ну, я не знаю, мне кажется, я сразу была Я сразу была готова, да? Да, правда. Но это опять же, это вот к тому моему Но вопросу, то есть это внутренняя потребность, ну, да, это внутреннее желание, заниматься работать, и вкладывать, да. И, наверное, вот если у тебя есть тяга к этой профессии, она была, когда мы пошли учиться, поэтому, не знаю, начальным классом, да, с этой стороны легче втягиваться, вот именно. Классно. Ну, ну вот смотрите, 5000 рублей дают, и это, вот как я и пишу, Лен, да, это станет мотивацией для того, чтобы новые молодые специалисты, вновь приходящие в школу учителя, посмотрели по-другому на дополнительную нагрузку в виде классного руководства. Mm-hmm. Только ведь для этой, наверное, категории, да, для того, чтобы воспитать новых классных. Я права? Да, абсолютно.
молодым это будет очень хорошо и плюс большой. Потому что, во-первых, им и так тяжело, они только-только начинают. А во-вторых, это будет их как-то немножечко, может быть, подстегивать. При этом же говорил президент, что существующие выплаты необходимо сохранить, и 5 тысяч пойдут плюсом. То есть, по большому счету, у нас получается тогда это, ну, 7 тысяч рублей, 7, да? 7,5. Да? Но будем надеяться. То есть вы не уверены? Я нет, уберут. Я думаю, что здесь опять пойдет извне бюджета. Ну, будем надеяться на лучшее. Потому что когда-то ведь он же дал нам 1500. Да. И их, как-то их ведь обратно забрали. То есть сейчас-то у нас идет ставка от то есть классное руководство от ставки. А ставка и в каждой плюс школе отличается. Да. У нас, например, в школе фиксированная, да? Не фиксированная. В том-то и дело. А если учитель на полставки работает, и у него классное руководство? Да, ну классное руководство не может быть на полставки, согласитесь. Либо вы занимаетесь, у вас есть класс, у вас же не может быть полкласса. Нет. Как может быть? И он стимулирующие баллы. То есть, если я заработала, вот один балл там дается, то, что я вывела ребенка в кино. Куда-то дополнительно, да, в театр, в кино. Да. Один балл стоит, ну, в разных школах тоже по-разному, там, от 20, даже чуть меньше рублей. То есть у вас тоже бальная система? Да, да, естественно. Да. И вы заполняете по итогам месяца, да, или то какого-то периода? Да. Дневники. Я, например, мы вообще вот про эти 5 тысяч вот как-то вообще очень спокойно отношусь. Ну, дадут. То есть уже не ждете? А вот хотелось бы обсудить как раз круг должностных обязанностей классного руководителя. Вот, наверное, время меняется, да, Лена, извини, я тебя перехватила инициативу, но ты как бы, если что, останавливай. Ничего, ты в теме, поэтому я предоставляю тебе слово. Время меняется, и восстанавливая систему классных руководителей, мы, наверное, не можем взять и просто, скажем так, клон какой-то создать того классного руководителя, который был там в 80-е годы, каким бы он хорошим ни был, правильно? Что меняется? К чему должен быть готов новый классный руководитель? Он должен быть готов в любое время суток быть на связи и решать вопросы детей. А что это за вопросы-то детей? Вот какие вопросы? То есть это организационные вопросы вот непосредственно учебного процесса или что-то вот это какая-то... Это любые вопросы. Не только учебный процесс. Что у него в голове творится у современного подростка? Знает только, наверное, классный руководитель. И то не всегда он может это увидеть вовремя. Потому что это надо долго, много и часто находиться с детьми. А это иногда просто в силу возможностей нереально. Вот утром классный руководитель приходит, он обязательно заходит в класс и смотрит, кого нет. Первое, что он должен сделать, он должен написать, ну, я, например, пишу смски, я уже вам говорила, да, на да. собрании сразу предупредила, иногда без «здравствуйте, доброе утро», просто ну, оперативное, не нашла, да, информирование. Где вопрос, где, что случилось, тут же начинаю выяснять, где ребенок. Далее, зайти в течение дня, пересели, не пересели, на своем ли месте ребенок сидит, что случилось, то есть успеть добежать на каждой переменке, плюс отметить в столовой, кто кушает. В столовой во время класса каждый в свое время обед проконтролировать, все ли пришли, никто ли не забыл. Или, может быть, кто-то ушел по уважительной причине, значит, порцию нужно сдать. То есть проконтролировать питание детей. Плюс после уроков есть тоже. У кого долги, значит, может быть, подойти с учеником, договориться о встрече с учителем, либо проконтролировать, чтобы он пришел на тот же факультатив, который они считают, что он необязательный, например. Плюс выходные дни, да, какие-то выезды или походы. Это тоже в обязанности классного руководителя, да? То есть это не идет допом, что вот эта обязанность, то, что касается учебной деятельности, а то, что внеурочная деятельность, вот как раз воспитательная функция, она уже по желанию или нет? Нет, это все... Если раньше, например, план воспитательной работы мы писали на год, да, и, ну вот, написал его, ну ладно, если не провел мероприятие, ну, в следующем месяце проведу. То здесь, во-первых, стимулирующий там, ну, кому, если нужны деньги, значит, ты балл этот не получишь, если у тебя запланированный, ты не сделал. То есть все равно сейчас, вот, например, очень много мероприятий, которые мы должны проводить, по всем направлениям, да, вот говорили уже, что, например, у нас в начальной школе 9 направлений, и в месяц я должна по этим 9 направлениям все равно... Отчитаться. Что, да, что я это провела.
А можно примерно, вот, например, прикинуть, сколько времени классный руководитель при вот том функционале, да, который вы только что перечислили, затрачивает, так скажем, на класс? Именно вот если классное руководство. Это час в день, два в день, потому что это же все равно, это все сверху. Ну, наверное, или... вообще очень трудно это сказать. Это очень сложно. Угу. Я говорю, надо же электронный дневник еще заполнить. Кого нет, по какой причине? То есть там должна быть, соответственно, либо П причина, либо он заболел. Если эта Н-ка появилась, то есть ребенка не было, значит, надо узнать, почему он в середине учебного дня куда-то пропал. Это даже, я не знаю, во времени это не отцифровать. Вот смотрите, плюс вечерние, да, звонки родителей, мало ли, по каким-то вопросам, в любое время, даже если просишь, например, иногда там до 7 часов, иногда и в 9. Но бывают такие вопросы, которые можно и в 9 вечера порешать. А что делать, если это касается ребенка? То есть, я считаю, вот один из признаков современной школы – это буллинг. Я брала интервью у Елены Журавлевой, это психолог, москвич, москвичка. Она ездит с семинарами, в том числе и в Архангельской области была, обучала и родителей, и педагогов, как реагировать, как профилактировать, как выявлять, как бороться с буллингом. И она говорит о том, что в тех коллективах детских, где сильные классные руководители, буллинг на начальной стадии прекращается. То есть именно классный руководитель выявляет и перенаправляет вот социум, объединившийся, да, на какие-то, скажем так, на добрые дела, энергию детей на что-то. То есть направляет, перенаправляет. Там, где равнодушие, либо недостаточное внимание, как раз развивается это явление. Мало того, мы все знаем, что учителя вольно или невольно сами становятся авторами буллинга. Когда, не взлюбив какого-то ребенка, говорят, а вот, ребята, посмотрите, вот Миша Петров снова пришел в грязной одежде, он снова опоздал, у него грязные тетрадки, скажите... Получил двойку, как, да, обычно. Получил двойку, как обычно, и так далее. То есть клеймит ребенка и, по сути, говорит всему коллективу фас. Вы с такими вещами сталкиваетесь? Вы это как-то в своей работе выявляете? Что происходит? В любом классе есть дети, которые требуют особого внимания. Есть такие дети. Но я думаю, что классный руководитель, ну вот который настоящий классный руководитель, он не допустит такой ситуации. Разные случаи были. Вот раньше, например, у нас очень много было приезжих, да, вот не нашей национальности, и дети, которые вообще даже по-русски не говорили. Тогда задача была, чтобы вот к ним относились как к обычным детям, да, ну, не знают пока языка. Вот в этом была сложность. Сейчас очень часто бывают дети, которые вот ОВЗ, которые, ну, очень гиперактивны, да. То есть, опять же, успокоить, не навредив его, как говорится, самолюбие, и чтобы дети на него реагировали, да, очень спокойно. Вот, конечно, вот в этом сложность есть, но это действительно, это только классный руководитель. А вы учитесь этому как-то? Вот как? Как? У нас нет никаких, у нас, вот мы даже, если у нас дети сейчас, к сожалению, такая есть проблема, да, очень много детишек с диагнозами ОВЗ, вот, у нас никаких, ни курсов, ничего, то есть... То есть все собственным опытом? Да, да. Опытом. Ну и, наверное, если мы бы пожелали, может быть, там где-то нашли курсы, нам бы не отказали, но вот чтобы целенаправленно, вот очень хотелось бы, конечно, чтобы... По крайней мере, в вузах, ну, вот, этому нигде не учат, не рассказывают. Переквалификации, да, какой-то. Нет, вот есть теперь специальность. Это специально, да, специально. Да. Именно классный руководитель, чтобы... Ну, бывает, вот классный руководитель, ты учишься, например, на педагога, да, у тебя же есть там философия, математика на начальнику и так далее. То есть, по сути, ведь это тоже азы психологии, предположим, но да? В школе как вести психолог, себя в сложных ситуациях. Вот, вот, это, тогда это задача психолога, да, например, классному руководителю, помощь выявить его. И, да, да, предупредить или отвести к психологу. А в школах школьный есть... психологи, да, он есть, выполняет эту функцию. К нему можно обратиться по любому вопросу, он даст консультацию, он выйдет на класс, он даже сделает классный час, поможет классному руководителю провести такой классный час на сплочение коллектива, на уход от этой проблемы, если главное, чтобы классный руководитель вовремя выявил и обратился за помощью к специалисту. Ведь здесь же и родители часто бывают тоже авторами, которые говорят, вот, ну,
более статусно, условно, по отношению к социально там незащищенным слоям, да? Не надо с ним, я не хочу, чтобы мой ребенок сидел с этим человеком, да? Ну, или материальные ценности тоже же здесь, там. Да. Ты не в том одет, не то носишь, и сразу все, ты получаешься уже изгоем, либо тебя... А как то есть вы оставляете это, чтобы ребята сами решили проблему, если возникает вдруг изгой, который не так одет, как остальные? Нет, продумываешь работу, продумываешь слова, продумываешь вообще вот с ними беседы, да, какие-то классные часы на эти темы, разбор каких-то ситуаций жизненных, произведения, опять же, литературные. То есть вот это воспитание. Но это опять же, вот если сам учитель воспитанный человек, то, естественно, он будет делать все на своем примере. На своем примере, да. И то есть он понимает, что такое воспитанный человек, да. А если другое, тогда и, наверное, трудности-то и возникнут. А как вы реагируете на маты? Отрицательно. Ну а что, вот ваши действия, предположим, ребенок забегает в класс, думая, что нет у преподавателя или классного руководителя, соответственно, у него, ну, набор определенных слов. Вы это слышите, видите, кто-то там хохочет, как часто бывает, да, когда ребенок, ваша реакция, вот прям вот действия, какие они? Ну, во-первых, замечания, в первую очередь, а во-вторых, попрошу просто заменить другой нормальной, нормативной лексикой, то, что он хотел сказать. Один из каналов, кстати, придумали такой проект как раз для подростков, которые уже не знают, как сказать литературной, обычной речью, не матом, грамотно, выражение, да. То есть они сделали для них специальный словарь. Например, там такая фраза в народной лексике, такая фраза правильная. То есть и прежде чем, например, он, ну, человек сказал, а теперь скажи правильно. Там редиска, нехороший человек. То есть уже даже такие проекты идут. Это проблема сегодня или нет вот с детками у вас? Проблема. Конечно, проблема. Ну, как-то, ну, не знаю, у меня в классе они как-то боятся вообще высказываться. То есть это авторитет, получается, классного руководителя, наверное. Раз они боятся. В коридорах, может быть, там где-то на улице, может быть, можно... А может, еще маленькие, потому что может, все-таки начальная школа. Да. А старшие как? Ну, вот я вообще очень много хожу по школе. Ну, я не слышала, правда. После уроков, когда вот большой наплыв детей, вот когда провожаешь, вот где-то там что-то, может, и можно услышать, поэтому уже и пристально смотришь. Ну, я, например, говорю еще, что, вы понимаете, ребята, вот если вы, вот как вы говорите, я буду знать, как говорят ваши родители. То есть если, ну, это и так ведь и есть, если в семье позволяется вот эта ненормативная лексика, то, естественно, ребенок... Даже вот не хочет, да все равно скажет, если он уже есть у него в голове эти слова. Ну вот поэтому и на родительском собрании говорю, я ведь знаю, кто как дома. Как праздники обращаете, да? Да-да-да. Кто как дома говорит. Все, что мы делали вчера, о чем говорили. Но мне вот, например, интересно не только ваше поведение, да, вот в той или иной ситуации, но и обратная сторона, как дети сегодня реагируют. И многие говорят, что современные дети, они стали, ну, более агрессивными, что ли, да, помимо того, что, понятно, у них, да, и многое доступно чего, но когда начинаешь их ограждать от этого всего и учить, и говорить, что так нельзя, они выпускают сразу коготки, становятся ежиками, и вот начинается агрессия. Вот на ваших примерах, как все-таки дети реагируют? То есть это действительно вот такое общее сегодня распространенное понятие? Или все-таки, ну, наши дети адекватные, и они воспринимают, действительно, для них есть авторитет взрослого человека, да, авторитет классного руководителя. Классного руководителя, да. Он сохранен? Сохранен. Сохранен однозначно. Да. А как это проявляется? Ну, потому что все учителя, наверное, вот старших классов, они все равно, если какие-то проблемы, куда они бегут? Все равно ведь к классному руководителю. И дети-то ведь знают, что ей все равно скажут. То есть это страх наказания? Нет, может быть, не страх наказания. Что известно будет? Да. Ну, узнают что родители. Узнают. Они знают, что есть контроль. Вот вы говорите по поводу нецензурной лексики. Я, например, всегда говорю, вот представьте, что вы дома вот на таком уровне, на таком жаргоне общаетесь со своими родителями. Реакция родителей, и вы вот как себя будете чувствовать? Они же все прекрасно понимают. Где можно, где нельзя, что хорошо, что плохо. Поэтому не то чтобы авторитет классного руководителя, но они знают, что обо всем эта мама вторая, она будет знать однозначно. Только единственное, что достаточно беседы с учеником, или я позволю себе привлечь уже родителя. Здесь будет зависеть от ситуации. А вот чаще как раз хватает только уровня ученика, не слышат с первого раза. То есть не надо подключать уже тяжелую артиллерию.
Я, например, до последнего буду работать с учеником, но если я вышла на родителей, то есть это уже последняя капля. Все, я просто предупреждаю, что еще раз, и я буду вызывать маму в школу. Это редко, но они уже знают, что это последняя стадия нарушения. В то же время ведь и родители по-другому сегодня смотрят на школу, более потребительски. Ко всему сегодня люди относятся достаточно потребительски, и к школе точно так же. И многие проблемы, которые выявляет школа и классные руководители, родители что говорят? Вы сами виноваты. Это вы не доглядели, не доучили, не довоспитали и так далее. Что? Самое трудное сейчас – это работа с родителями. Вот это хотела. Все-таки не дети, сложное, а родители. Да. Вот самое классным сложное. Руководителям на сегодня больше даже действительно вызывает затруднение – это найти общий язык с родителями. И очень везет тем, у кого с родителями налажен контакт. С полуслова, с полувзгляда. Даже вот если, например, я всегда консультируюсь, я могу вот так сделать или сказать, если они мне дают добро, то я делаю. Если они со мной не соглашаются, тогда я это уже предпринимать не буду. Родители не соглашаются. Да. Лена, а ведь у тебя дочка школьница. Да, она учится в 8 классе. Вот скажи, у тебя есть такие какие-то моменты, да, когда тебе хочется все-таки обвинить школу? Возникают? У меня нет, не возникает. Но это, опять же, я считаю, что все индивидуально. Во-первых, я в начале разговора сказала, что у нас действительно замечательный классный руководитель. И я абсолютно рада и благодарна тому, что мы в какой-то момент... Ну, у нас и в предыдущей школе была классная мама, которая начальная школа тоже очень хорошая, тоже всегда занималась нашими детьми. И вот здесь, и вот нам, видимо, как-то везет по жизни. Плюс у меня... Тьфу-тьфу-тьфу, у меня ребенок не проблемный. Поэтому мне не приходится, мы все решаем с ней в диалоге. Спокойно, мирно, что-то я недопоняла. Такие ситуации обычно возникают, когда я уезжаю в командировку. Потому что общение ограничено у меня с ребенком. Соответственно, я тут чуть-чуть недополучила информацию, она где-то недосказала, подумала, мама вернется, я приеду. И у нас были несколько раз разговоры с Оксаной Ивановной. Но это, ну, рядовые ситуации, которые мы, в принципе, опять же, решили. Поэтому у меня такого нет. И слава богу, наверное, говорю, в этом плане я счастливый человек. Абсолютно. То есть мой ребенок – это мой тыл, это моя поддержка, это моя подруга, которая не создает мне таких проблем. Но для этого мама должна была вложить в этого ребенка. Разумеется. Конечно, это должен, опять же, быть вот тот же коннект, ведь... что между учителем и ребенком, что между мамой, это с детства закладывается. Претензии-то ведь и потребление, наверное, у тех родителей, которые... Либо недостаточно времени. Угу. Либо нежелание. Да, то есть... И у них появляются больше-то претензий. Да. Потому что если нормальный родитель, нормальный ребенок, все обоюдно, все хорошо, все замечательно. Но если начинаются вот какие-то проблемы, да, то есть там или, например, ненадлежащий контроль за ребенком, естественно, проблемы с успеваемостью, потом и с поведением начинаются, то первая, конечно, реакция родителя: а вы-то учите. Но это еще, да, это действительно, как Светлана сказала, это потребительское отношение родителей. То есть, а может быть, абсолютно нормальная, адекватная семья, благополучные, воспитанные. Но сегодня мир складывается так, что многие действительно говорят о том, что вот моя обязанность накормить, тепло одеть, да, чтобы он не заболел и так далее. А ваша обязанность, дорогие учителя, его научить там, русскому, математике, биологии, ну и так далее, и воспитать, это тоже ваша обязанность. И поэтому они не то, что, может быть, не хотят вкладываться, но они обвиняют вас, потому что это ваша задача. То есть, если я научила ребенка, например, не материться, я молодец, это моя там, ответственность как мамы, они это берут на себя. Но если, не дай бог, мой ребенок матерится, они говорят, нет, это не я, это школа. Это либо они упустили. Да, ну, да, садик, да, неважно. Да. То есть, да. Та сфера общения, где ребенок. И вот это складывание, на мой взгляд, ответственности себя, будь то за ребенка, на работе, наверное, это повсеместно, в принципе. Но опять же, мне, например, сейчас очень жалко ведь родителей. Их жаль. Потому что для того, чтобы содержать действительно семью, да, берут ипотеку, чтобы квартира была хорошая. То есть, чтобы заплатить ипотеку, они должны с утра до ночи работать. Ну, вы это ведь так же, вы же те же люди. У вас также ипотека, у вас те же дети, у вас семья и так далее. То есть вы-то ведь с такими же проблемами, другие, как мы, родители. Как вы другие? А какие, почему вы другие? То есть к вам какие-то другие какие-то требуются, те же люди. Мне вот, например, жаль. Все равно вот молодых сейчас родителей из-за того, что им тяжело. То есть вот смотрите, 5000 рублей, которые государство даст, федеральные деньги,
обещала и дадут, наверное, все-таки за классное руководство, оно будет способствовать, с одной стороны, что родители теперь выдохнут и скажут, ну, теперь-то это точно воспитание ребенка, теперь это теперь точно функция школы. Теперь ему еще за это деньги платят, вам, да, хорошие. За это деньги платят. Еще какие, да? Да? Еще да. Какие. Mm-hmm. А второй момент, мы понимаем, что вот готовые новые классные руководители, они не возникнут завтра. И какое развитие темы, к чему завтра приходим? Да. Нет, я-то, например, боюсь, знаете чего? Я боюсь, что у нас еще больше бумаг-то прибавится за эти 5000. То есть мы же сейчас записываем, должны записать. Вы поговорили с родителями по телефону? Мы этот разговор должны записать, что проведена беседа. Да. Ну, бумажным. У нас же очень много бумаг. Естественно. Это вообще, вот вы просто не представляете. Я, например, боюсь, что их будет еще больше. Но опять же, если не будет какой-то вот отчетной политики, да, тогда, наверное, и часть классных руководителей, которые, как мы уже вначале говорили, да, что мы работаем там не за 800 или не за 1500 рублей, они в принципе тогда не будут это делать. То есть они возьмут эти 5000 себе и скажут, ну я раньше не делала и сейчас не буду. То есть какой все равно какой-то, как-то следить за этим надо, за тем, чтобы они выполняли свой функционал. То есть должна быть какая-то, наверное, середина. С одной стороны, не переборщить с этой отчетностью, да, чтобы действительно ваша работа не переросла в машинальное заполнение бумаг, а где-то по остаточному принципу уже мне надо позвонить тому или иному родителю или поговорить с ребенком. Но вот эта золотая середина соблюсти, чтобы отчет был, но в то же время и работу вы свою успевали делать. Наверное, вообще очень трудно соблюсти вообще во всем. Поэтому но в любом случае, должностная инструкция, если она была на 8 страницах, она и останется на 8 страницах. А вот то, что, может быть, отчетность немножечко придется откорректировать, это я как заместитель директора говорю, вот это, наверное, надо будет сделать. Чуть-чуть просто конкретизировать почетче каждый пункт, по которому раз в месяц классный руководитель должен отчитаться. Но я думаю, тут будет большая заинтересованность у классных руководителей уже в работе, раз она будет оплачиваема. И не будет проблем после уроков куда-то сводить детей, лишь бы у них было время. У нас еще очень много и других вопросов, требующих решения. Особенно у среднего звена. В начальной школе, если она сама себе хозяйка, она так спланировала учебный процесс, что они там во время окружающего мира могут куда-то сходить. А нам уже это не сделать. У нас, если 6 уроков по расписанию, то потом... У одного гамма, у другого тренировки, у третьего еще куда-то. А хотелось бы до музея дойти, а не пригласить и посмотреть презентацию в школе. Вот у нас в этом проблема, например. И родители задавали мне в 5 классе вопрос, что почему мы так стали меньше ходить. В ДК, например, мы ходили раз в четверть, а сейчас стали меньше ходить. Я говорю, у меня вот проблема. И это тоже ведь, кстати, новое время, когда все дети загружены по полной программе, да? Здесь очень много таких нюансов. Вот я почему и говорю, что одного выпуска мало. Сколько бы выпусков ни было, к этому нельзя подготовиться, потому что наборы настолько разные все. И с каждым набором ты как заново все это начинаешь. Хотя уже есть некоторые правила, и ты уже знаешь, что, например, 7-й, 9-й класс, смотря как по возрасту эти дети, будет подростковый период, который ты должна просто пережить. Иначе там очень много может быть проблем, если вот агрессии на агрессию, они такие взрывные, у них гормоны играют, и там слезы, и все что угодно. И с утра ты пришел, у тебя был нормальный класс, через перемену там чуть ли не драка или еще что-то, они там не поняли друг друга. Потому что это гормоны, это гормональная вот эта вот подростковая ситуация, которую ты уже знаешь, потому что ты это проходил. И ты как-то спокойно к этому относишься. А молоденькие, они начинают переживать и не знают, как вести себя в этой ситуации. А быть таким закаленным и стержневым человеком для того, чтобы вот пройти это. И еще знаете, что очень... Ну, хотя это тоже не для всех. Но желательно, чтобы классный руководитель, она была еще и в жизни мамой. А вот как это как раз влияет? То есть это понимание, опять же, детей, детской психологии, возрастной психологии? Я не говорю обо всех. Я просто говорю, что некоторые молодые учителя, вот пока они не почувствовали, женщины, не почувствовали, не узнали материнство, они не могут чужого ребенка принять как своего, потому что у них своих нет.
Я думаю, наоборот, может быть, неразвитый вот этот чувство, материнский инстинкт, нереализованный, который вот хочется выплеснуть. Если нет пока своего, ну давай на чужих детей, нет? Ну, они молодые, они такие немножечко безбашенные, они ничего не боятся, потому что мы уже там лишний раз подумаем, потому что это же ответственность, это же надо. Если я везу, так мне надо, чтобы я их назад здоровых привезла. И в том же количестве. И в том же количестве. И это надо ночи эти все пережить, потому что они этими ночами будут общаться, они же для этого куда-то выезжают по путевкам. Но вот все равно, я считаю, мне не хватает, например, у некоторых молодых классных руководителей вот этого материнского, доброты вот этой, материнского вот этого чувства. А когда становишься бабушкой, становишься еще добрее. Я тоже испытала вообще, вот я стала по-другому относиться к детям. Еще я еще больше их люблю, правда. А вот эти выезды, например, Оксана Ивановна, о которых вы говорили, а в другие города, предположим, да, это тоже входит вот в должностные обязанности? Нет, или это нет, уже вот нет. По желанию? Это только желание учителя. И походу. Потому что вот многие мои знакомые жалуются, когда я рассказываю, например, да, про вас, про нашего классного руководителя, мне говорят, а мы в поход, ну, раз в год, там, дай бог, сходим или куда-то. Выезжаем, да мы никуда не выезжаем. Слава богу, если вот в Шипицыно или, ну, ближайшая Красавино, например, съездим за 4 или там за 5 лет, да, это хорошо. Нет, это все от классного руководителя зависит. И от родителей. Ну, и от родителей, да, потому что сейчас же финансово тоже. Во-первых, это... финансовая сторона, во-вторых, очень много проблем с транспортом. Если личный транспорт, там немножечко намного проще. А если заказать автобус, он должен соответствовать всем нормативам. Это надо и за цены, месяц, и заявку, и в ГИБДД, и все что угодно. Здесь вот даже от этого уже руки опускаются у многих классных руководителей. А если родители с личным транспортом, здесь проблем нет. Я говорю, что очень много зависит от того, как классный руководитель найдет общий язык с родителями. Вот, правильно. Вот вы сказали, как основа. Классный руководитель найдет. А все-таки это классный руководитель должен искать или родители? Вот нет, инициатива руководитель. С чьей стороны? Только классный руководитель. То есть я считаю, вообще успех классного руководителя, а его работа будет успешна только тогда, когда он в первую очередь на свою сторону возьмет родителей. Вот когда родители и классный руководитель одно целое, проблем в классе не будет точно. Ни по каким направлениям. Руководство к действию. В первую очередь родитель, потому что это очень много зависит. В наше время, мне кажется, вообще родители немножечко другие стали. Они, ну, не знаю, может быть, это у меня такая практика. Они больше интересуются все равно детьми, вот у меня, например. Они не просто более заинтересованы, они как-то хотят для своих детей очень многого. И им... И денег на это не жалко, и у них всегда очень много предложений. А я считаю, если родители предлагают, я за любой. Это был подкаст «Классные 5000» и встретимся через неделю. Спасибо.